Здравствуйте еще раз. Приветствую вас, всех тех, кого еще не видела. Меня зовут Евгения Абдулмуталиповна Скичко. Я работаю старшим преподавателем и по совместительству я руководитель проекта, в рамках которого мы здесь с вами собрались сегодня в нашем университете. Мои контакты вы получаете каждый раз, когда записываетесь на наши мероприятия, мой телефон и почту. И мне можно писать не только вопросы о том, когда будут сертификации и как дойти до университета, но и если у вас будут предложения, какие лекции вы бы хотели послушать, какие вам кажется были бы интересными темы, вы можете мне написать, я постараюсь по возможности это для вас организовать. У нас в университете 56 кафедр, которые занимаются самыми различными направлениями химии и не только химии. Вот, поэтому широкий спектр тем мы можем охватить. У меня есть для вас хорошая новость. Я сегодня подготовила лекцию, в которой не будет очень сложных формул, не будет дифференциальных уравнений, хотя для науки это вообще странно, чтобы не было дифференциальных уравнений. Вся наша жизнь описывается дифференциальными уравнениями. Вот. Но мы постараемся обойтись простыми понятиями. Я буду часто приводить какие-то аллегории из жизни, потому что одно из моих любимых занятий – это находить, как научные законы работают в жизни. Это очень интересно, потому что они работают точно так же. Вплоть до того, что законы технические работают в человеческой психологии. Если это придется где-то сегодня к слову, я вам обязательно расскажу. И мне бы хотелось, чтобы по итогу нашей лекции вы не думали о науке как о чем-то, что живет где-то внутри университетов, чем занимаются профессора и ученые, и что никак не связано с нашей жизнью. Все связано. Наша жизнь описывается теми же самыми законами. Скажите, пожалуйста, какие разделы химии вы знаете? Общая химия. О, вы знаете почти все, молодцы. Я только один из популярных разделов сейчас не услышала. Общая химия занимается общими вопросами. Какие бывают реакции? Замещение, например, ионного обмена. Химия неорганическая. Это химия неорганических соединений. Например, химия щелочных металлов. Это то, что вы в школе изучаете. Химия органическая – это органические соединения, 10 класс, да, 8-9 класс, ребят, у вас это впереди еще будет, органическая химия, химия живых тел, живых соединений. Химия, какую вы назвали еще, физическая, но о ней мы сегодня как раз и будем говорить, потому что тема сегодняшней лекции – это одна из тем химии физической. Какую еще назвали? Коллоидная – это химия поверхностных явлений. И еще есть такая важная часть химии, химия аналитическая. Слышали? Была, да, аналитическая химия, которая изучает количественный, качественный состав, титрование любимое, да, это аналитика. Красивейшие качественные реакции на ионы, например, это аналитика. У меня есть мечта сделать такую лекцию про качественные реакции. Может быть, она сбудется когда-то, в планах есть. Итак, сегодня у нас химия физическая. Что же это за наука? Изучает взаимосвязь химических процессов и физических явлений, которые их сопровождают. И самый первый курс физической химии провел Михаил Васильевич Ломоносов, 1752 год. И определение он дал практически классическое. Наука, изучающая на основании положений опытов физики то, что происходит в сложных телах при химических операциях. Хотя в Европе считается, что первый курс физхимии провел Оствальд. Это было уже примерно 100 лет позже. Но нет, первый курс был наш, Ломоносова. Что изучает физическая химия? Это я немножко введение, а чтобы вы понимали, что за наука такая. Потому что наши студенты, например, физическую химию очень боятся почему-то. Не знаю почему. А мне кажется, интересно. Какие есть основные разделы? Строение вещества. Химическая термодинамика – это тепловые эффекты, 10-11 класс. Вы проходили, да? Скажите, пожалуйста, вот мне тоже интересно. Когда я училась в школе, у нас по темам физической химии, скорости реакции, тепловые эффекты, были маленькие такие вставочки меленьким шрифтом в основных параграфах. И их никто особо не любил, и все как-то старались мимо пройти. А вот вас сейчас, у вас в учебниках целые параграфы есть, да? А остальных? Остальные не доучились еще, да, до физической?
Вы не по учебникам? Скорость реакции, равновесие химическое. Это прекрасно, потому что химия становится более разнообразной. Когда я училась, мы писали реакции, наша основная задача была правильно писать реакции и считать задачи. А сейчас, видите, аналитика и физическая химия, это очень приятно. Итак, значит, термодинамика, расчет равновесных концентраций, расчет эффектов тепловых, изучение химического равновесия. Это термодинамика, это мы немножко сегодня затронем. Теория растворов. Изучая закономерности растворения одних веществ других. И законы фазового равновесия. Этот раздел мы сегодня тоже затронем, потому что равновесие есть химическое, а есть равновесие фазовое. Поэтому сегодняшняя лекция, она из двух частей будет состоять. Про химическое и про фазовое мы поговорим. Электрохимия. Изучая свойства растворов электролитов и закономерности превращения энергии химических реакций. И химическая кинетика и катализ изучает скорости и механизмы реакции. С понятием механизма реакции вы знакомы? Что за механизм? Вот есть реакции, знаете, я вам расскажу вкратце. Есть реакции в школьных учебниках, маленькие, коротенькие, как, например, реакция синтеза аммиака из азота и водорода. Мы ее сегодня будем рассматривать. И над ней, над знаком равно, написано ТПКАТ. Да? Температура, давление, катализатор. Каждый раз, когда вы видите сверху катализатор, понимаете, что эта реакция очень сложная и интересная. Она не идет, значит, в одну стадию, которая у вас записана. Она проходит в несколько стадий с участием катализатора. Просто вы это не рассматриваете. А вот уже в университетах студенты это изучают и некоторые даже моделируют. Итак, сегодняшняя у нас лекция сразу два раздела захватит. А какие основные задачи физической химии? Может ли реакция протекать сама? Вот мы написали реакцию, мы ее уравняли, а мы не знаем, она пойдет в жизни такая или не пойдет. Вот ответ на этот вопрос дает физическая химия. Второй вопрос. Если реакция все-таки протекает, то пойдет ли она до конца? На каком месте она остановится? Какие будут равновесные концентрации? И если реакция пойдет, то с какой скоростью она пойдет? Она пойдет быстро или она пойдет медленно? И, кстати, интересная подробность. Вот второй раздел, химическая термодинамика, она дает ответ на вопрос, реакция пойдет или не пойдет. Но она не дает ответ на вопрос, а как быстро. Если реакция пойдет, и она будет идти миллион лет, термодинамика все равно скажет, да, она пойдет. И с точки зрения термодинамики нет необратимых реакций. Все реакции обратимые. По термодинамическому учению. Но прямая может идти секунду, а обратная – тысячу лет. Но считается, что она идет. А вот пятый раздел вам ответит на вопрос, как быстро пойдет реакция. Но об этом, может быть, когда-нибудь в будущем мы с вами поговорим. Итак, сегодня лекция о равновесии. А что такое равновесие, как вы думаете? Что значит это слово? Баланс. Ну, весы, наверное, представляются, да? Они качаются, 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 а потом уравновесились, да? И мы пришли в состояние равновесия. Весы представляются сразу с гирями. И пока мы весы не трогаем, они двигаться не будут. Вот это основной принцип, основное определение. Состояние равновесия – это такое состояние, которое не изменяется во времени до тех пор, пока внешние условия остаются неизменными. То же самое для химических процессов. Когда система, в качестве системы мы будем рассматривать химическую реакцию в какой-то емкости. Ну, в пределах нашей лекции этого вполне будет достаточно. Когда система находится в состоянии равновесия, когда она туда пришла, если мы ее не трогаем, она в равновесии останется. Опять же, простой пример, который я привожу студентам. Ну, у меня студенты не химики. Поэтому примеры привожу совсем простые. Если у нас есть кастрюля с водой, она находится при комнатной температуре. Она в равновесии? В равновесии, с ней ничего не будет происходить особо. А если мы ее нагреем, а потом с плиты снимем? Да, и что будет дальше происходить? Она будет остывать, так ведь?
Да, и возвращаться в состояние равновесия, совершенно верно. Вот когда мы выводим систему из состояния равновесия, она хочет туда вернуться. Когда человек находится в состоянии равновесия, ну, душевного равновесия, потому что с точки зрения науки живой человек не бывает никогда в состоянии равновесия, а с точки зрения душевного равновесия, если нас кто-то из него выводит, мы очень хотим туда вернуться. Вот, пожалуйста, первая параллель между наукой и жизнью. Все в мире хочет находиться в состоянии равновесия, мы с вами не исключение. Химическое равновесие – такое состояние системы, при котором скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции. Это общее определение. Конечно, когда у нас реакция прошла до конца, мы получили осадок, газ улетел, то назад реакция не пойдет, и тоже будет равновесие. Но в общем случае, когда прямая реакция и обратная друг другу уравновешивают, то есть сколько молекул продукта, в данном случае аммиака, мы получаем, столько у нас расходуется по обратной реакции, это называется равновесие, или еще динамическое равновесие его называют, потому что реакции-то идут, но система находится в равновесии. И здесь я вам написала внизу прямую реакцию и обратную реакцию. Прямая реакция у нас идет с выделением теплоты, она экзотермическая, обратная, соответственно, эндотермическая. Если вы Q перенесете в другую часть уравнения, вы получите обратный знак. Все законы работают, математические тоже в химии законы работают. Если мы хотим сместить равновесие, давайте сначала мы поговорим про качественную оценку. Как нам оценить, если мы поменяем какие-то параметры процесса? Вот для этой реакции синтеза аммиака. Куда сместится равновесие? Чего больше мы получим, продукта или реагента? Потому что у нас идут в разные стороны реакции. Мы и аммиак получаем, вот, и азот с водородом тоже. Реакция обратимая. С точки зрения термодинамики, еще раз, все реакции обратимы. Каким образом мы можем сместить химическое равновесие, не добавляя реагент, не добавляя продукт в эту систему? Другими способами. Вот ответ, да, все правильно вы говорите. Ответ на этот вопрос дает принцип Леша-Телье-Брауна. Наверняка вы такое изучали, 10-11 класс, хорошо его знаете. Часто его называют просто принцип Леша-Телье, но немецкий ученый Карл Фердинанд Браун тоже его открыл, но на 3 года позже, независимо от Леша-Телье, поэтому вы можете увидеть двойную фамилию в названии этого принципа. О чем он говорит? Если на систему, находящуюся в состоянии равновесия, оказать внешнее воздействие, то равновесие в системе изменяется так, чтобы эффект воздействия был минимальным. Другими словами, если мы систему выводим из состояния равновесия, она всеми силами стремится в него вернуться. То, что мы с вами уже обсуждали. Ну и пару слов хотела бы сказать про ученых, потому что ученые – это такие же люди, как и мы с вами. Они живут, у них есть свои увлечения, у них есть хобби, просто они очень любят науку, им это очень интересно. Анри Луи Лешателье, французский ученый. Он занимался пиротехникой. Он изобрел первый пирометр, аппарат, который измеряет температуру раскаленных тел по их цвету. Он занимался много технологическими процессами. И вот в этот период он пришел к пониманию, к этому принципу. Занимался металлургией много. Карл Фердинанд Браун изобрел кинескоп. Знаете, что такое? Да, это трубка в старых телевизорах. Лучевая трубка. И это лауреат Нобелевской премии за создание беспроводной телеграфии, по-моему, 1909 год. И он тоже выявил этот принцип, поэтому он называется принцип Леша-Телье-Брауна. Давайте поговорим, как этот принцип применить к нашей реакции синтеза аммиака. Если мы повышаем температуру, то мы как бы подводим системе тепло. Так ведь получается? То есть мы нагреваем. Здесь, опять же, пример для студентов. Я объясняла студентам, они не понимали. И тогда мне пришла такая ассоциация, и меня сразу поняли. Я сказала так, пример про людей, про нас с вами. Вот мы находимся дома. У нас дома хорошо, тепло.
как в Незнайке, да, тепло, хорошо и мухи не кусают. Мы в равновесии. А теперь представьте, что на улице стало жарко. Ну, к нам стали подводить тепло. Так ведь? Нам стало жарко, мы из равновесия сразу же вышли, мы хотим в него вернуться. Что мы включим, кондиционер или обогреватель? Конечно, вопрос кажется банальным, смешным. Давайте вернемся к нашей химической реакции. Ей подвели тепло, ей нужно включить кондиционер, но у нее нету кондиционера. Реакция есть прямая, есть обратная. Все, что может сделать наша система, это либо ускорить прямую реакцию, либо ускорить обратную. Вот какую реакцию ей надо ускорить, чтобы убрать лишнее тепло, которое ей подвели? У нее нет шансов сказать, мне не надо это тепло. Все. Ей нужно ускорить эндотермическую или экзотермическую? Эндотермическую. Ей нужно ускорить реакцию, которая идет с поглощением теплоты. Тогда то тепло, которое ей подвели, она поглотит и вернется в состояние равновесия. Вот такая логика. Значит, для нашей системы ускорится обратная реакция. Равновесие сместится влево, в сторону реагентов, и у нас будет больше синтезироваться азота и водорода. Здесь принцип понятен, как работает, да? Все просто. Когда особенно на себя переносишь, все сразу становится хорошо понятно. Дальше. Если мы меняем давление. Изменение давления влияет только на те реакции, где участвуют газообразные вещества. Потому что газ можно сжать. А жидкости, твердое тело, если сжимаются, то ну, совсем каплю этим обычно пренебрегают. И в уравнениях обычно указывают, в каком фазовом состоянии находятся реагенты. Но поскольку здесь все просто, я указывать не стала. Здесь у нас все газы. При повышении давления равновесие смещается в сторону реакции, ведущей к уменьшению объема. Как нам это понять? Нам нужно посмотреть, сколько у нас молекул газообразных слева и сколько справа. Вот у нас слева сколько? 4. А справа сколько? 2. Вот, теперь представьте, если мы сжимаем газ, молекулы становятся ближе друг к другу. И им тогда прореагировать легче или тяжелее? Легче. Если мы сжимаем одно и то же пространство, да, но для прямой реакции у нас 4 молекулы ближе становятся, а для обратной 2. Какая ускорится сильнее? Которая прямая. Совершенно верно. Это мы просто представили себе зрительно эту картинку. С другой стороны, как еще объяснить? У нас объем газа прямо пропорционален количеству вещества. Вот, если мы сжимаем, мы должны получить больше продукта, потому что там меньше объем, там меньше молекул газа и меньше молей. Ведь у нас коэффициенты в реакции, они пропорциональны количеству молекул. Так все, всю теорию собираем, все, что с 8 класса в школе учат, все вместе здесь собираем. Поэтому у нас в данном случае мы будем получать больше аммиака. Ну и, соответственно, если мы понизим давление, то результат будет противоположный. Следующий пункт. Если мы изменим концентрацию. Опять же, если мы добавим реагентов, реагентов станет больше. Какую реакцию нужно ускорить, чтобы вернуться в состояние равновесия? Прямую, чтобы эту дополнительную концентрацию быстрее израсходовать. Принцип один и тот же. Мы его применяем, представляем и понимаем, куда сместится равновесие. Если мы добавим аммиак, наоборот, ускорится обратная реакция. Так, это все понятно. Теперь скажите, пожалуйста, а катализатор? Как же катализатор? Он повлияет, нет? Катализатор повлияет просто на скорость реакции, а в сторону, а на смещение равновесия? Совершенно верно. Если мы добавляем катализатор, то в состояние равновесия мы просто придем быстрее. Но ни количественно, ни качественно оно не изменится. Плюс катализатор еще позволяет во многих случаях снизить общую температуру процесса. То есть не 1000 градусов, например, 300 градусов, когда есть катализатор. Все правильно, молодцы, все правильно вы понимаете. Давайте теперь задачки поделаем на принцип Леша-Телье-Брауна. Вот у вас в раздаточном материале есть задание. Это задание из ЕГЭ, которое было в 2021 году. Прям один в один скопировано. Давайте разбираться. У нас есть пропен, есть реакция с водородом, реакция экзотермическая.
И внизу вам приведен список, как мы можем воздействовать на эту систему и какой результат получим. Вот если мы увеличим температуру, куда сместится равновесие? В сторону продуктов? А это одно и то же? Одно и то же, да? Да, пропен. Просто кому-то удобнее по распечатке смотреть, кому-то здесь. В сторону исходных, совершенно верно, потому что нам нужно, чтобы ускорилась эндотермическая реакция, если мы подводим тепло, чтобы его израсходовать. В сторону исходных веществ. Дальше. Если мы увеличим концентрацию водорода, куда сместится равновесие? Совершенно верно. Если мы уменьшим давление? Слева у нас две молекулы, справа одна. Значит, в сторону исходных. Увеличение давления сместит в сторону уменьшения объема, уменьшение давления в сторону увеличения объема. Разобрались, нет? Запутались? Все в порядке? Идем дальше. Добавление катализатора. Не смещается, практически не смещается. Видите, как осторожно написано? Практически не смещается. То есть чуть-чуть все-таки, да, но не настолько серьезно, чтобы мы об этом говорили. Молодцы, отлично, идем дальше. Еще есть второй тип заданий на этот принцип. Нужно установить соответствие между уравнением реакции и куда сместится химическое равновесие, если мы увеличим давление. Здесь для всех реакций мы будем увеличивать давление. В первом случае не меняется, потому что две молекулы слева, две молекулы справа. А во втором? Увеличение, да. Совершенно верно. Все видите, ребят, смотрите внимательно, давление только на газы влияет. Третья реакция, там у нас есть жидкие вещества. В сторону исходных? Почему? В сторону продукта. Потому что газа слева один, а справа нет совсем. Так, и последняя реакция. В сторону исходных веществ, потому что там одна молекула, а справа две. Вот, у нас такая математика, в общем-то, в пределах 10. Разобрались, да? Посчитали. Ну вот, одно задание ЕГЭ у вас уже практически отработано. Если мы хотим количественно оценить равновесие в системе, вот рассмотрим такую реакцию. Она дана в общем виде. Есть некие стихиометрические коэффициенты перед веществами. Когда эта реакция начинается, у нас большая скорость у прямой реакции, потому что продукта нет. Постепенно накапливается продукт, обратная реакция тоже занимает свое место. Потом они приходят в равновесие. И нам бы хотелось как-то записать, а какие равновесные концентрации у нас будут. Или мы можем померить равновесные концентрации и посчитать константу равновесия. Константа равновесия рассчитывается по выражению, которое вы видите здесь внизу. В квадратных скобках записаны концентрации этих веществ равновесные. В школе пишете, да, в квадратных скобках. Вот. Но мы в курсе физической химии уже не пишем в квадратных скобках. Мы там пишем, ну, как бы вас не хочется путать, мы там пишем уже физические величины, но здесь в общем виде я решила оставить эти скобки, чтобы не путать вас, что именно там нужно писать. Там есть своя интересная теория, что туда можно написать, а что нет. И эти равновесные концентрации взяты в степенях, равных их стихиометрическим коэффициентам. Поскольку коэффициент исходных наших веществ берется с отрицательным знаком, эти вещества у нас стоят в знаменателе. Так мы можем посчитать константу равновесия, если мы как-то измерили равновесные концентрации. А вот если у нас неизвестны равновесные концентрации, и мы хотим их определить, то можно константу равновесия посчитать по такому выражению. РТ, наверное, понятно, что такое, да? Это все хорошо знаете из курса физики. Что такое дельта G? Кто-то, наверное, знает, кто-то нет. Это стандартное изменение энергии Гибса. И тут уже я никак не смогла обойтись без теории, потому что формула есть формула. Попытаюсь объяснить в двух словах. Что такое внутренняя энергия? Вы знаете?
это физика, это кинетическая энергия, да, потенциальная энергия. Где-то там же вам наверняка рассказывали про внутреннюю энергию. Суммарная, как бы, обобщенная энергия системы. Давайте я тут напишу. Внутренняя энергия. В классической термодинамике внутренняя энергия – это функция объема и понятие, которое называется энтропия. Это слово знакомое, нет? Наверное, нет, да? Я не буду вам рассказывать, что это такое. Почему? Потому что это довольно сложно, во-первых. Во-вторых, ее нельзя померить, но это некий показатель направления протекания процесса. Вся проблема в том, что даже физхимики и ученые, люди, которые занимаются этой тематикой, им очень неудобно работать с энтропией, потому что нельзя померить и вообще до конца точно сказать, что же это такое, очень сложно. Что сделали тогда физхимики? Они обратились к математикам и сказали: математики, пожалуйста, помогите нам, у нас есть вот такая функция, а мы хотим, чтобы у нас была функция от давления и температуры, то есть от того, что мы можем мерить и контролировать. Температуру мы померим, давление тоже мы можем установить. Нам так будет работать гораздо удобнее. И математики провели это преобразование. Это математический анализ. Кто уже изучал производные? Вот. Вы сделали первый шаг в математический анализ. Математический анализ – это работа с производными, в общем говоря. Здесь теорема Эйлера работает. Вы ее будете изучать, скорее всего, на первом курсе, в курсе математического анализа. И дальше стал вопрос, а как назвать эту энергию? Ей же нужно новое название дать. И ее назвали в честь великого ученого Гиббса. Ее назвали энергией Гиббса. Вот он. Уиллард Джозайя Гиббс. Один из создателей математической теории термодинамики, статистической физики, векторного анализа. Но здесь я написала всего 3 строчки. Поняла, что подробнее писать смысла нет, но стало как-то обидно. Это действительно величайший ученый. Это основоположник всей термодинамики, вот всей, которая есть уже 150 с лишним лет. Это отец термодинамики. В честь него названы функции. Есть правило Гиббса, есть закон Гиббса. И когда у студентов спрашиваешь, а чей это закон, они сразу говорят Гиббса. Ну, на автомате. А если вдруг говоришь нет, говорят тогда Ван Гофа. Если нет, тогда беда у студентов начинается. Ну, вот, 2 фамилии они хорошо знают. Первый – это Гиббс. Он работал в Йельском университете почти всю свою жизнь. Как поступил там, отучился, там работал. 3 года он провел в Европе. Познакомился с Кирговым, Гельмгольцем. Не знаю, знаете такие фамилии ученых или нет? Если не знаете, то если поступите на химию, то узнаете. И дальше всю свою жизнь работал в Йеле. Вернемся к формуле. Не тот ноутбук. Итак, сверху у нас идет стандартное изменение энергии Гиббса химической реакции. Его можно посчитать по справочным данным. Вот. И получается, мы имеем температуру, мы имеем справочные данные, мы можем для каждой химической реакции посчитать значение константы равновесия. А через константу найти равновесные концентрации. Давайте теперь перейдем к следующей теме, тема фазового равновесия. Фазы или агрегатные состояния мы сегодня затронем. Строгое определение фазы – совокупность частей системы, имеющих одинаковый химический состав и свойства, и отделенных поверхностями раздела. Но давайте мы пока сегодня ограничимся разным агрегатным состоянием. Но в принципе здесь вы видите, это не обязательно. Слева тающий лед в воде, 2 фазы у нас присутствуют, твердая фаза и жидкая фаза. А справа вы видите 2 жидкие фазы. Это фото одного из наших мастер-классов по молекулярной кухне. Можете в Ютубе у нас найти, посмотреть, кому интересно. Апельсиновые спагетти мы делали, икру молекулярную делали. И вот получали масло, и вы видите 2 жидкие фазы, они не смешиваются. Несмотря на то, что и то жидкость, фазы здесь 2. Но мы сосредоточимся на агрегатном состоянии. Сколько вы знаете агрегатных состояний? 4, молодцы. 3 мы встречаем в жизни, 4 мы... Где его можно встретить, я скажу, когда мы до него дойдем. Ну, вернее, скажу не я, но дам вам информацию дальше.
Вот диаграмма фазового равновесия воды. Она у вас есть в раздаточном материале с другой стороны. Если вы перевернете, эти диаграммы у вас есть, чтобы вам было хорошо видно. Как можно на одной диаграмме представить всю информацию по фазовым переходам? Какие у нас есть фазовые переходы? Твердое переходит в жидкое, это плавление, назад кристаллизация. Жидкое переходит в пар, это испарение, назад конденсация. И есть еще переход из твердого сразу в газ. Как он называется, кто знает? Возгонка или сублимация. И я вам здесь видео подготовила на тему возгонка, сразу йод вспоминается. Сейчас туда положат йод и будут его греть. И он, минуя жидкое состояние, сразу же перейдет в пар. Вот, видите, сразу мы получаем пары йода, там жидкости нет, красивого фиолетового цвета. Это сублимация, обратный процесс десублимация. И дальше, наверное, мы перейдем к правилу фаз, опять же, гипса. То правило, которое позволяет определить, сколько у нас есть степеней свободы для каждого состояния. В этой формуле F – это число степеней свободы. Что это такое, станет понятно, когда я по диаграмме вам расскажу. K – число независимых компонентов, когда химические реакции не идут, сколько веществ, столько и компонентов. А F – это число фаз. И вот это уравнение работает даже для многофазных систем, не только для одной или двух компонентных. Вот смотрите на эту диаграмму. Если я ставлю точку где-нибудь в какой-нибудь области, видите, точка у меня сейчас твердым стоит, красная. Я подставляю, компонент у меня один, вода, фаза у меня здесь одна, я же поставила где твердая, да? И плюс 2. У меня получается 2 степени свободы. Что это значит? У меня по осям отложена температура по оси абсцисс и давление по оси ординат. 2 степени свободы – это значит, что я могу одновременно поменять и давление, и температуру, и при этом все равно остаться в этой области. Я могу менять только давление, я могу и температуру поменять. Эта точка сдвинется вверх, вправо по диагонали, но я все равно останусь в этой области, где существует твердое тело. Если я поставлю точку на линии, красная точка у меня сейчас на границе жидкая, газообразная. Если я нахожусь на линии, то у меня компонент по-прежнему один, а вот фазы у меня там уже две, потому что это граница фаз. Подставляю, получаю, что у меня одна степень свободы. Что это значит? Если я поменяю температуру, то чтобы остаться на этой линии, давление тоже должно поменяться. И я произвольно его менять не могу, иначе я уйду в однофазную область и с линии я соскочу. Дальше. Кстати, вот на этом переходе жидкое газообразное. Почему, когда дети выходят из воды, родители им сразу говорят, скорее вытирайся, а то замерзнешь. Почему холодно становится? Ага. Ну, процесс вообще, фазовый переход испарения, он эндотермический. Он идет с поглощением теплоты. Вода испаряется, забирается тепло, нам холодно. Вот оно объяснение того, с чем мы знакомы все с детства. Почему холодно, когда мы из воды вышли. Идем дальше. Здесь есть две особенные точки на этой диаграмме. Первая точка называется тройная точка. В ней пересекаются все три линии. Что же получается? В этой точке существуют сразу три фазы. Как вы думаете, это возможно? Хотя, так, проблеск. Смотрите, значит, если мы подставим выравнение, компонент 1 по-прежнему вода, фазы у нас уже 3 вместе сошлись. И у нас получается, что нет степеней свободы. Нет степеней свободы, значит, вот есть только одна единственная точка для каждого вещества.
где возможно существование трех фаз, это возможно, в одной единственной точке. То есть при конкретном давлении, при конкретной температуре для каждого вещества можно увидеть сразу три фазы. И это видео я для вас тоже нашла и подготовила. Вот посмотрите, тройная точка циклогексана. Сейчас здесь понижают давление. То есть пока жидкость мы видим с вами. Смотрите, лед, да, твердая появилась. Снизу жидкая, сверху твердая. А теперь снизу пузырьки, видите? Снизу в жидкости пузырьки. Три фазы существуют одновременно. Она даже кипит. Кипит, хотя там есть твердая. Вот это тройная точка. Три фазы одновременно. Они даже говорят Jesus. Услышали? Так, еще одну тройную точку я вам подготовила. Тройная точка тетрабутилового спирта. Тоже сначала мы видим жидкость. Пошла кристаллизация. И смотрите, пузырьки, газовая фаза. Три фазы одновременно. И если вы посмотрите на диаграмму для воды, вот здесь пунктиром обозначена одна атмосфера, это наше давление, при котором мы с вами живем. И 100 градусов – это точка кипения обозначена, кипение, кристаллизация, чтобы мы немножко соотнесли с нашими текущими условиями. А тройная точка, посмотрите, 0,01 градуса, но 6 тысячных атмосфер. То есть при гораздо более низком давлении воды наступает тройная точка. И есть вторая особенная точка, кто-то ее заметил сразу, как раздатку взял, критическая точка. Критическая точка – это такая точка, за которой, если мы увеличиваем давление и или температуру, мы попадаем в сверхкритическую область. И здесь уже диаграмма приведена для углекислого газа. И область сверхкритики выделена голубым. То есть если мы установим температуру, давление такие, что мы попадаем в эту область, у нас будет существовать четвертая фаза, вы правильно сказали, их четыре фазовых состояния, сверхкритический флюид. Что это такое за состояние? Это когда у вещества плотность, как у воды, но при этом оно занимает весь предоставленный объем. То есть есть свойства и жидкого, и газообразного. И как это выглядит, мы с вами тоже можем посмотреть. Как раз диоксид углерода. У него, обратите внимание, температура критической точки всего 31 градус. То есть его даже сильно греть не нужно, чтобы перевести в сверхкритику. Но только давление здесь сделать 73 атмосферы, и все. Давайте смотреть. Там был пар, а теперь появляется флюид. Видите, он более плотный. И флюид образовался.
У вас в раздаточном материале есть QR-коды, вы сможете потом легко найти это видео в YouTube и посмотреть еще раз, если вам захочется. А что касается диоксида углерода, у нас запланирована лекция 2 декабря. Она называется «Газ, который ты выдыхаешь». И она будет посвящена как раз CO2. Вот вы когда слышите углекислый газ, у вас какие ассоциации возникают? Расскажите. Возникают какие-нибудь? А? Угарный, угарный другой газ. Мне сразу парниковые эффекты вспоминаются, что такое загрязнение атмосферы, какие-то довольно грустные ассоциации на самом деле. Но на самом деле углекислый газ, когда находится в сверхкритическом состоянии, он очень много где используется и приносит людям много пользы. И вот о сверхкритическом состоянии, о его свойствах, о том, где он используется, применяется, в частности, в фармацевтике он применяется, как раз будет эта лекция 2 декабря. Так, ну а теперь мы перейдем дальше к нашей лекции. И когда вы записывались на лекцию, вы же читали аннотацию, да? Вам было обещано рассказать, почему спирт нельзя получить больше 96%. Вот, и вот мы наконец перешли к этому вопросу. Но для этого нам нужно некоторую теорию все равно рассмотреть. До этого мы рассматривали верхнюю диаграмму, которая однокомпонентная, здесь была только вода. А вот нижняя диаграмма – это диаграмма одного фазового перехода, диаграмма кипения, то есть у нас здесь есть жидкость, есть пар и происходит кипение. Давайте мы пойдем сначала. Если я нарисую вот такую прямую по температуре и предположу, что у меня здесь вода, поставлю здесь отметку 100 градусов, то ниже 100 градусов у меня какое будет состояние? Жидкость или газ? Жидкость будет. А здесь у меня будет газ. Тут все легко и понятно. Значит, если мы берем жидкость, греем, чайник, например. Ну, чайник нагрелся до 100 градусов и выключился, к нашему счастью. А если мы возьмем какой-нибудь реактор, закрытый, герметичный, нагреем до 100 градусов и будем поддерживать 100 градусов, что будет происходить в реакторе? Пар никуда не уходит, он закрытый, герметичный. Там будет кипение. Правильно? При этом это будет состояние равновесия, как ни странно. Все бурлит, да, но это состояние равновесия, потому что сколько молекул воды уходит в пар, столько же возвращается назад в жидкость. Процесс две стороны с одинаковой скоростью, процесс равновесный. Теперь мы представим, что у нас есть какое-то другое вещество, вещество А, например. Ну вот здесь у нас, что у нас здесь? N-бутанол. У него какая-то своя температура кипения. Она расположена на оси, примерно 390 кельвинов. Вот у него температура кипения. То есть здесь он жидкий, а здесь он в виде пара существует. Да, по аналогии с водой мы рисуем. А еще у нас есть второе вещество, ацетонитрил. Органическое вещество. Я для него тоже нарисую. Это у меня по температуре шкала. Давайте здесь напишем бутанол, а здесь ацетонитрил. У него температура кипения по оси, смотрим, 355 кельвинов, пониже. Здесь будет жидкость, а здесь будет пар. Это два отдельных чистых вещества. Если мы их смешаем, там реакции никакие не пойдут, у нас просто раствор. Мы их смешаем. Вот здесь у нас будут откладываться мольные доли. Что такое мольная доля? Рассказывали вам? Что такое массовая доля? Рассказывали? Смотрите. Массовая доля вещества. Масса вещества на массу раствора. Мольная доля примерно то же самое, только вместо массы мы подставляем количество вещества. Она обозначается x в жидкой фазе и y в газовой фазе, чтобы не путать. Но я напишу просто x. Вещества будет количество этого вещества. Ну, не удивляйтесь, буквы здесь все пишут разные. К нам поступают студенты, кто-то пишет n, кто-то пишет ню, кто-то пишет вот так. Нас так научили в школе. Поэтому везде, даже в школе, учат по-разному. Но это количество вещества.
количество вещества плюс количество растворителя, я напишу. То есть сумма количеств молей, принцип тот же самый. Но у вас здесь по оси абсцисса отложено 0,2, 0,4, 0,6 и написано мольная доля ацетонитрила. Значит, там, где 0,4, значит 40% ацетонитрила, 60% бутанола. Там, где 0,8, там 80% ацетонитрила, 20% бутанола. В сумме всегда единица, доли в сумме дают единицу. А дальше вопрос. Если я возьму напополам, смешаю 0,5 на 0,5, как мне узнать, при какой температуре он кипеть будет? Казалось бы, что нам стоит дом построить, да? Ну, возьмем и вот так нарисуем. Кто мешает? Но есть правило фаз гипса. Компоненты минус фазы плюс 2. Подставляю. Компонентов у меня стало 2. Фаз у меня тоже 2, где кипение жидкости пар. И плюс 2. И получается, что у меня число степеней свободы равно, должно быть равно 2. То есть это никак не может быть линия. И действительно, и опыты, и все рассуждения показывают, что здесь существует область. Она может выглядеть по-разному. Либо это может быть такая, ее называют чечевицей, вот такая область. Либо еще другой вариант, до которого мы чуть позже дойдем. То есть здесь у нас жидкость, здесь у нас пар. А вот здесь у нас происходит кипение. То есть смотрите, я по диаграмме смотрю. Если я возьму 40% ацетонитрила и 375 кельвинов, это что будет? Это будет кипение. Если я возьму 80% ацетонитрила и, не знаю, 360 кельвинов, это тоже будет кипение. А если я возьму 80 и 385 кельвинов, например, это будет газовый раствор. Вот так мы читаем эту диаграмму, смотрим, какие условия, и понимаем, в каком виде будет существовать наш раствор. Так, с этой диаграммкой пока понятно, что здесь нарисовано? Вот я здесь подписала число степеней свободы 2. Это некая область, где происходит кипение. Здесь у нас кипение. Дальше. Вот эти линии, которые здесь нарисованы. Та линия, которая прилегает к жидкой фазе, называется линия жидкости. Та, которая к пару, линия пара. Эти линии очень важные, потому что по ним можно определить составы. Вот я возьму точку 375 кельвинов и 40% ацетонитрила. Я попадаю в зону кипения. Значит, раствор, который изначально содержал 40% ацетонитрила, он разделяется на две фазы, на жидкую и на газовую. Так вот, самая загвоздка всей этой темы в том, что доли ацетонитрила в этих фазах, они разные. Насколько меньше было бы проблем, если бы и там была одинаковая доля, но так не происходит. И на самом деле нужны модели, нужны расчеты, чтобы каждую диаграмму для двух веществ рассчитать. Где какая доля будет. И вот смотрите, если я нахожусь в этой точке 0,5, то 0,5 у меня не будет ни в паре, ни в жидкости, нигде не будет. А как найти какой состав? Дальше мы вспоминаем, что когда у нас происходит кипение, это равновесие. В состоянии равновесия все параметры одинаковые в фазах, и температуры тоже. Значит, я могу нарисовать линию при постоянной температуре. Как она называется? Изотерма. Слышали изотермический процесс при постоянной температуре? Линия называется изотерма. Так вот, если я хочу узнать в жидкости, какой будет состав, я смотрю вот эту точку, а если я хочу узнать в паре, я смотрю вот эту точку. Опускаю и нахожу вот эти составы. Сейчас я вам на слайдах покажу. Вот она изотерма. И вот я нахожу эти составы. При этом в паре у меня больше ацетонитрила стало. Почему? Потому что у него ниже температура кипения. И когда я начинаю греть, он в пар уходит активнее. Дальше. Смотрите. Если я теперь хочу мой раствор разделить,
как можно это сделать с помощью знаний физической химии. Вот я нагреваю до состояния кипения, у меня есть жидкость, у меня есть пар. Если я пар выпущу и оставлю жидкость, а потом ее охлажу, я буду находиться, мышкам покажу, вот здесь. А потом я нагрею ее еще чуть-чуть сильнее, чтобы сюда подняться. Доля в жидкости у меня уже уменьшается. Потом я сделаю это еще раз. Пар уберу, оставлю жидкость и еще нагрею. И посмотрите, я постепенно перемещаюсь вот к этой верхней точке. Я вот сюда стремлюсь. И я могу получить чистый N-бутанол за счет того, что я довожу до кипения, отвожу пар, оставляю жидкость. Опять ее кипячу, пар убираю, остается жидкость. И там доля моего вещества становится максимальная, и можно получить чистый N-бутанол. Это свойство разделения, которое называется перегонка. Так можно разделять растворы. Теперь, если уже мы говорим про раствор этиловый спирт-вода, мы наконец до него добрались с вами, то у него фазовая диаграмма, она имеет немножко другой вид. Мы со студентами называем это уши кролика. И здесь есть некая особенная точка, она кружком выделена, вот она. Это точка, в которой раствор кипит как чистое вещество. Как, например, вода. Вода кипит в одной точке. Вот так и раствор здесь, где обозначено, кипит только в одной точке. И эта точка называется красивым словом азеотроп. Точка азеотропа. Что самое интересное, студенты, которые изучали физическую химию, прошло сколько-то лет, им говоришь физическая химия, они на эти слова сразу же отвечают точка азеотропа. Я не знаю, почему она им так западает в душу, но прям слово это они помнят. Они могут не помнить, что это, но слово они почему-то помнят. Вот это особенная точка. И у нас получается две зоны кипения, где и пар, и жидкость. А вот она, собственно, диаграмма системы этанол-вода. И здесь, где зеленый пунктир, тоже точка азеотропа. Там кажется, что это линия, вот этот хвостик. Но это не линия, просто две линии сливаются в одну. Хвост маленький. И она находится как раз на 96% спирта. И если я попытаюсь точно так же разделить эту систему, посмотрите, что получится. Беру, например, 40% спирта. Забираю только пар. Верхнюю линию, линию пара беру. Опять нагреваю, опять разделяю. И так я постепенно двигаюсь не к температуре чистого спирта, а я двигаюсь в точку азеотропа. Чем дальше, тем ближе. Я прихожу в точку азеотропа вот сюда, и дальше нее я уже не могу идти. Вот он весь секрет. Почему нельзя получить физическими методами спирт концентрации больше 96%? Это все методы физические были, здесь не шли химические реакции. Мы просто на знании физики посмотрели, как можно разделить. И вот такие азеотропные смеси, они называются, можно поделить только до точки азеотропа. Вот. Есть ли у вас вопросы какие-нибудь по азеотропам, по диаграммам? Тогда смотрите, что я вам хочу рассказать. Может быть, кто-то внимательный обратил внимание, на какой кафедре я работаю. Кафедра информационных компьютерных технологий. Возникает вопрос, почему лекцию по физической химии мне читает преподаватель кафедры ИКТ? Почему? Вот я хочу вам на этот вопрос ответить, чтобы он не остался у вас неотвеченный. Мы находимся в химико-технологическом вузе. И, конечно, сейчас задачи ученых, они опускаются на более низкий уровень, как бы более мелкий уровень. То есть это не наши размерности, это микро, это наноразмерности. Изучение того, как проходят механизмы реакций, чтобы понимать, их нужно моделировать. И это требует вычислительных мощностей. Это нельзя посчитать в лаборатории. Для этого нужен компьютер. Компьютеру нужна программа, нужен код. А чтобы написать код, нужно знание химии. И вот здесь вместе соединяются физика, химия и IT. И несмотря на то, что мы кафедра ИКТ, мы химию любим, знаем, мы моделируем. Чем занимается кафедра? Цифровые двойники химических производств. Это моделирование различных процессов, рост алмазных пленок, синтез аммиака тот же самый, синтез нанотрубок. Моя диссертация – моделирование синтеза углеродных нанотрубок. Я их вам не взяла, надо было взять, показать. Они у меня есть здесь, в университете. Вот, поэтому если вы, я думаю, вы все любите химию, да? Да, вот. Но при этом вам интересно программирование, информатика, то вам не обязательно выбирать, есть кафедры,
не только в нашем вузе, но я зову вас к нам, где есть и то, и другое одновременно. Такая возможность у вас есть. Вот. И по итогу сегодняшней лекции, опять же, я желаю вам узнавать все больше нового. У вас впереди много интересного и в школе, и в университетах. Я желаю вам выбрать профессию по душе, так, чтобы вы никогда о своем выборе не пожалели и занимались всю жизнь, были счастливы. И я желаю вам видеть научные законы, использовать их в обычных жизненных ситуациях. Это довольно интересно, на мой взгляд. Спасибо вам, что вы сегодня здесь с нами.